На многие тысячи километров протянулся фронт Великой Отечественной войны. И на самом правом фланге этого фронта, у 69-й параллели, вел бой с фашистами отважный гарнизон полуострова Рыбачий. Моряки прозвали его гранитным линкором. Дело в том, что защитники Рыбачьего с первых дней оказались отрезанными от материка. С трех сторон Рыбачий окружало Баренцево море, а с четвертой были фашисты. И так почти 40 месяцев. Голодные, ослабленные моряки не только обороняли полуостров, но еще уходили в море и давали бой фашистам. Среди экипажа гранитного линкора был боец морской пехоты, а затем сотрудник фронтовой газеты Николай Бухин. Он написал стихотворение о своем полуострове, которое было положено на музыку Константином Листовым. «Морской красивый вальс, прощайте скалистые горы» исполняет Игорь Дульцев. Прощайте, скалистые горы, на водник отчизна зовет. Мы вышли в открытое море, суровый дальний поход. Пусть волны бушуют и плачут, и плещут о борт корабля. Корабль мой прямо качает крутая морская волна. Порви мне слово бросает кипящую безу она. Но хватит для битвы огня. Я знаю, друзья, что не ждите мне без моря, как море мертвец меня. И легкой походкой матроской навстречу иду я врагам, а после с победой геройской скорее вернусь к берегам. Пусть волны стонут и плачут, и плещут о борт корабля. Но радостно встретит героев рыбачий родимая наша земля. Родимая наша земля.